Всем привет, добро пожаловать на канал, и сегодня мы разберемся, как отключить службу геолокации на устройствах с поддержкой iOS 14, а также как запретить iPhone следить за вами. Да-да-да, вам не послышалось, ваше устройство следит за вами. И яркий пример этого, это то, что вы можете без проблем определить местоположение, узнать, какие есть рестораны, заправочные станции поблизости вас, заказать доставку еды на дом, найти устройство с операционной системой iOS с помощью функции локатор или найти iPhone, а также выполнять кучу других задач, которые связаны с определением вашей геопозиции. Но теперь в iOS 14 вы вправе сами выбирать, какое приложение может иметь доступ к вашей геопозиции, какое будет знать о ней частично, а какое вообще не будет иметь доступ к вашей геопозиции. И для этого, ребята, заходим в настройки, здесь ищем конфиденциальность и переходим на вкладку службы геолокаций. Смотрим, какие приложения используют доступ к вашей геопозиции. Если зайти в настройку конкретного приложения, здесь вы можете разрешать доступ к геопозиции никогда, спросить в следующий раз при использовании приложения и всегда. Также можно переключатель перевести точные геопозиции в неактивное положение, таким образом ваша геопозиция будет определена приблизительно. Смотрите, ребята, некоторые приложения по умолчанию устанавливают всегда использовать геопозицию. Например, вот приложение размытия фона. Зачем ему иметь доступ к моей геопозиции? Поэтому я ставлю никогда. Но отключать возможность доступа к вашей геопозиции у всех приложений я не рекомендую, так как в любой момент вам может понадобиться использовать функцию «Найти iPhone», или заказать доставку еды на дом, или вызвать такси. Но некоторым приложениям все-таки следует отключить доступ к геопозиции. Например, еще вот приложение Wallpapers. Это обои на рабочий стол моего устройства. Я оставлю никогда. Для приложений, которые вы используете крайне редко, лучше выбрать опцию «Никогда». Таким образом, они не смогут получать доступ к вашей геопозиции, и вы не будете беспокоиться о слежке. Ребята, также не поленитесь зайти в вкладку «Системные службы» и здесь найти «Совершенствование продукта». По умолчанию эти три переключателя включены. Если вы не имеете желания отправлять в Купертино разную полезную информацию для разработчиков, а также тратите ценный ресурс операционной системы, в том числе на определение вашей геолокации, я рекомендую отключить аналитика iPhone, маршрутизация трафика и популярные рядом. Друзья, пожалуй, на этом все. Таким образом, вы можете отключить службы геолокации для конкретного приложения и тем самым запретить iPhone следить за вами. Ребята, я надеюсь, что это видео будет для вас полезным. Обязательно подписываемся на мой канал, оцениваем видео лайком. Есть вопросы, пишите в комментариях. Всем удачи и пока-пока!